наша армия. Не обязательно ее вводить. Весь мир, что там, американцы, американская армия воюет. ЧОП воюет, добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить, штрафные батальоны создать. И сказать, ваше, ни шагу назад, вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому